Всем привет! Вы на канале Твой Арт. Сегодня мы с вами продолжаем серию видео с поделками на праздник Хэллоуин. Сегодня мы с вами будем делать вот такие паутинки из бумаги. Паутинка является символом Хэллоуина и обозначает хрупкость человеческой жизни. Именно осенью в осенних лесах и наиболее часто мы встречаем паутину. Именно тогда, когда празднуем праздник Хэллоуин. Для того, чтобы сделать такую паутину из бумаги, нам понадобится либо белый чистый листок бумаги формата А4, либо двусторонняя цветная бумага, также формата А4. Берем наш листочек бумаги и складываем пополам. Сложили и разравниваем. Теперь еще раз складываем наш листочек бумаги пополам. Сложили. В этом листочке бумаги есть вот эти свободные края, то мы их так и оставляем свободными. А вот этот край, где не свободные края, мы заворачиваем к другому краю. Вот так вот. К тому краю, которому мы изгиб делали. Заворачиваем и выравниваем. Выровняли. Теперь вот это переворачиваем вот так и опять заворачиваем. Покажу еще раз. Заворачиваем раз треугольничек, переворачиваем и заворачиваем второй раз треугольничек. Вот такая у нас получилась заготовка. По этому краю, по этой линии мы обрезаем нашу заготовочку. Вот так вот. Это уже основа нашей паутинки. Теперь наша задача нарисовать паутинку. Паутинку рисуем такими полукругами, изгибами, чтобы она была интересная. Вот эта серединка, она не будет вырезаться, будет вырезаться с краев. Рисуем паутинку так, чтобы вот эти линии были меньше, а вот эти шире. Те, что мы вырезаем, шире. И вот по этой линии будет вырезаться. То есть у нас вот эта часть будет вырезаться. Одна линия узкая остается, широкая линия вырезается. Следующая линия узкая остается. Рисуйте полукругами, чтобы была более интересная паутинка. Широкая вырезается. Более-менее равномерно старайтесь. Широкая вырезается. Вот так вот нарисовали мы эту паутинку. Вот так мы теперь будем вырезать. Я предлагаю большими ножницами вырезать вот эти все круги, а маленькими ножницами маникюрными повырезать потом вот эти части. Давайте попробуем сделать это. Паутинка у нас сегодня с вами получилась. Делайте поделки вместе с каналом Твой Арт. Подписывайтесь на канал Твой Арт. Ставьте лайки, комментируйте. Жду ваших подписочек, комментариев и лайков. Делайте поделочки и празднуйте праздник Хэллоуин вместе с каналом Твой Арт. Всем спасибо за внимание и всем пока-пока. До новых встреч!